Всем привет! Вы на канале Роман Бунт. Сегодня я вам покажу, как изменять обои, чтобы они переливались каждое время, которое вы захотите. Для этого видео я подбрал специальные обои, которые я именно сам захотел. Мне никто их не помогал подбирать, и они в папке обои. Я специально создал для этого видео. Нажимаем на правую кнопку мыши, выделяем все обои. Нажимаем на правую кнопку мыши, сделать фоновым изображением, и все вроде бы готово. Но мы же забыли о том, чтобы они не переливались, а изменялись каждое время. Нажимаем на кнопку персонализация, у нас сама не появится. Нажимаем на правую кнопку мыши и персонализация. И вот появляется у нас несохраненная тема. Нажимаем сохранить тему. У меня будет называться Глоб 2020. Кто понял приколы, ставьте лайк. Сохраняем. И снизу будет кнопка фон рабочего стола. И вот мы появляемся вот здесь вот. Мы можем здесь убрать некоторые обои, которые захотим. И вот тут вот снизу у нас появится кнопка. Изменять изображение каждые 10 секунд. От одного дня до 10 секунд или от 10 секунд до одного дня. У меня это 10 секунд. Если вы хотите в случайном порядке, нажимаете вот сюда. Вот тут вот есть эта кнопка. Это что же такое? Кто не знает. И сохраняем изображение. Вот, и все, и сохранилось. Закрываем. И все, еще готово. Всем покеда. И всем покеда. Победа. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем покедова. Что? Как? Ну ладно. Всем пока.